Всем привет, на связи Алексей Валеев, и сейчас я покажу вам, как я зарабатываю по 6000 рублей в день, используя всего лишь один сервис и один алгоритм, который состоит из всего трех действий. И прямо сейчас я вам продемонстрирую заработок и вывод денег в режиме реального времени. Такое вам никто никогда не сможет нигде показать. Итак, сейчас мы попали в личный кабинет данного сервиса. Все секретные данные я замазал, так как на этом сервисе данным способом зарабатываю только я, и не хотелось бы его просто так всем показывать. Кратко об этом заработке. На этом сервисе нужно выполнить несколько действий, и в дальнейшем деньги будут поступать на автомате на наш кошелек. То есть это полностью автоматический пассивный заработок. Я уже давно проделал все эти действия, и теперь мне достаточно просто обновлять баланс и вовремя снимать деньги. Деньги я снимаю каждый день. Сейчас я в прямом эфире буду обновлять баланс, и вы увидите, как деньги поступают на мой счет. Обновили, и пришло 150 рублей. Подождем немного, пока начислят еще, и обновим снова. Сразу обрадую всех своих гостей и клиентов тем, что этот заработок не имеет ничего общего с выполнением заданий за копейки. Тут у нас не будет хозяина, вы делаете пару действий, и деньги поступают на ваш баланс. Хочу заметить, что это очень немаленькие деньги, и все это на автомате. Такого вы точно нигде не сможете получить. Обновляем еще раз, и на баланс поступило 120 рублей, и так будет постоянно круглые сутки и 7 дней в неделю. К вам постоянно будут поступать деньги, непрерывно. Это совершенно новый способ, и его никто нигде не использует, кроме меня. И я готов рассказать вам об этом заработке. Обновим еще раз, видим, как баланс очередной раз подрос. У многих возникает вопрос, что будет, если в этот заработок сунется куча человек. Вопрос предсказуемый, и на него у меня есть ответ. Чем больше людей будет зарабатывать данным способом, тем больше будут заработки у всех. Но это не пирамида, и ничего общего с этим мой заработок не имеет. Мы не будем вкладывать деньги, мы не будем привлекать людей, партнеров или рефералов. Нам это не нужно, и рекламировать ничего не придется. Обновим еще раз и получим еще несколько сотен рублей. Данный способ заработка не связан с теми, которые вы видели ранее. Это совершенно новый и уникальный способ. Обновим и продолжим. И видим, как очередной раз несколько сотен или 100 рублей или 200, я уже не могу сосчитать, поступили на наш баланс. Итак, мы уже узнали, что метод новый и конкуренции в нем нет, а наоборот, чем больше людей будет на нем зарабатывать, тем больше у всех будет прибыль. Обновляем еще раз, и пришло еще несколько сотен рублей. Всю подробную информацию обо мне и о заработке вы найдете на этой странице чуть ниже данного видео. Обновляем последний раз и начинаем выводить деньги на WebMoney кошелек. Так, нажимаем на баланс, жмем вывести средства. Указываем сумму, жмем отправить. Так, заявка оформлена, и обычно они делают вывод в течение дня. То есть, если я днем заказал, то вечером обязательно придет выплата. Я подожду пару часиков и начну запись уже с WebMoney кошелька, когда придет вывод средств. Так, мы зашли в мой WebMoney кошелек и видим, что деньги пришли. Этот сервис зачислил мне деньги буквально где-то через полтора часа после формирования заявки. Также мы видим в моем WebMoney кошельке, что это не первый вывод. Также видим вот баланс мой. Вот, сверяем дату, время, все верно, что вывод был именно сегодня. Ну, на этом, думаю, все. Вы видели, как ко мне в сервисе поступали деньги на баланс. Вы видели, как я оформил заявку. И вы увидели, как деньги пришли на мой WebMoney кошелек. Данная сумма, вот эта на балансе, она накопилась за несколько дней, потому что у меня получается зарабатывать больше, чем 6000 рублей в день. 6000 рублей в день – это зарабатывают новички. Я на самом деле зарабатываю около 9 или 10 тысяч рублей в день. Данная сумма набежала, наверное, дня за 3-4, ну максимум за 5. Сегодня я схожу и сниму ее. Я не буду снимать в банкомате, ну, видео, как я снимаю деньги, это я не люблю делать, я просто вам покажу чисто наличкой уже, чтобы не затягивать это видео. Итак, только что я приехал от банкомата, снял деньги, которые я заработал за несколько дней, которые я перевел на WebMoney и которые я вывел с WebMoney на свою альфа-карту. Вот, вот сейчас я снял их в банкомате. Тут ровно 50 тысяч рублей.
Эти деньги я заработал на данном сервисе, ну, буквально за 4, ну, максимум 5 дней. Можете убедиться в том, что они настоящие. А на этом я заканчиваю данное видео. Листайте сайт ниже и узнавайте более подробную информацию о моем заработке.